О, привет! Как вы думаете, почему я такая бодрая и активная? Да потому что сегодня мы поговорим про энергетический. Это волшебный купаж наноэкстрактов. Если вы бизнесмен, и вы знаете, что у вас сейчас есть много встреч в расписании на сегодняшний день, купаж энергетический вам очень поможет. Если вы ученик, и вы или студент, например, и вам нужно хорошо активировать работу головного мозга для того, чтобы классно сдать экзамены. Купаж энергетический в данном случае просто незаменимый компонент. Это лучший природный допинг. И хоть в данном купаже растительных экстрактов содержится всего три наименования, но какие? Это лимонник китайский, это гинкго билоба и это зеленый кофе. Что же такого магического в этих трех наноэкстрактах? Запускается кровообращение, улучшается работа головного мозга, поднимается настроение, улучшается эмоциональный фон. Все клетки, которые вырабатывают у нас тоже энергию, для них это помощь большая, потому что тело начинает полностью мобилизоваться, и если вы, например, проснулись утром, а уже чувствуете себя разбитым, пожалуйста, вместо кофе энергетический. Это поможет не просто включиться вам на 20 минут, стать бодрячком, а это включит вас как минимум на половину, добрую половину целого дня, понимаете? И это очень важный момент, потому что в отличие от кофе, который имеет свои определенные негативные последствия, например, очень сильно сгущает кровь и так далее, мы много знаем, да, про негативные действия кофе, но энергетический, он не действует таким образом, как кофе. Он работает совсем по-другому в нашем организме. Например, гинкго билоба, которая содержится в данном купаже, улучшает кровообращение головного мозга. Улучшается проведение сигналов по нервным клеткам, тем самым улучшается внимание и память. Зеленый кофе. Чем он хорош? Он нормализует наш углеводный обмен и стабилизирует уровень сахара и глюкозы в крови. Также стимулирует нервную систему, придает бодрости, активности и энергии. Лимонник китайский. Мы знаем, что он очень хорошо активизирует наш иммунитет. Когда иммунитет активизирован, у нас прямым образом это запускается как следствие на улучшение работы головного мозга. Головной мозг работает хорошо, повышается ясность сознания, повышается работоспособность, повышается физическая и умственная работоспособность. Это важный момент. Сейчас в современном мире очень много людей используют различные допинги для улучшения работоспособности, как умственной, так и физической, выносливость, да? И не всегда это, далеко не всегда, те допинги, которые безопасны. Как, например, это от энергетиков до различных наркотических веществ. Наш купаж энергетический действует совершенно на другом плане, потому что это набор природных веществ, природных трав, которые очень мягко и совершенно сбалансированно и гармонично встраиваются в работу нашего тела. Ни в коем случае не давая, как некоторые наркотические вещества или различные энергетики, мощных откатов и не вызывают каких-то необратимых разрушительных процессов. Часто это выражается в повышенной тревожности, вот эти вот откаты, когда невозможно уже вернуться в нормальное состояние, даже если тебе хочется слезть с этих допингов. Поэтому, друзья мои, концепция здоровья позаботилась о вас. И наш купаж энергетический, он совершенно мягким, природным образом позаботится о вашем здоровье, не принося никаких побочных эффектов, реально повысит вашу работоспособность, вашу умственную и физическую выносливость и активность.